Двор 23-го дома по проспекту Кирова стал местом трагедии. Сегодня здесь лежат цветы, на асфальте кровь. В машине «Део Нексия» обнаружены тела молодой пары с множественными колото-резанными ранами в области лица и шеи. Инна Бегунова и Юрий Родионов пропали в ночь с субботы на воскресенье. Известно, что они вышли от гостей на личном автомобиле, поехали домой. Но там молодые люди так и не появились. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. И, как сообщает полиция, сотрудники уголовного розыска МВД раскрыли преступление по горячим следам. Оперативники опросили соседей, знакомых, друзей и родственников погибших. Задержаны подозреваемые были меньше, чем через 8 часов. Ими оказались жители областного центра 1992 и 96 годов рождения. По предварительной информации, подозреваемые снимали у погибших квартиру и задолжали. Хотя сумма была незначительная, вместо того, чтобы вернуть деньги, они организовали убийство. Около 4 часов утра подозреваемые в совершении данного преступления были установлены. Ими оказались граждане 96 года рождения, гражданин ранее судим по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и гражданин 1992 года рождения, ранее несудимый. Сейчас с ними ведется работа.